Привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Вы видите что-то интересное? Смотрите, какая повязка крутая мне пришла в посылке, и мне она безумно нравится. Каждый раз, когда я делаю макияж, я ее одеваю и чувствую себя таким крутым блогером. Вот. Сейчас я иду готовиться к мукбанку. Я уже подготовила кукурузы, сосисочки, яичницы и так далее, потому что больше ничего дома нету. Я просто буду есть то, что есть. Сделаю пару бутербродов с кабачковой икрой. Мы вчера с мамой снимали рецепт. Я внизу вам оставлю ссылочку. Переходите и готовьте тоже, если вы тоже любите кабачковую икру. Ничем не отличается от покупной, а получается намного-много дешевле. Короче, я вам в Инстаграме показывала, как я организовала вот эти органайзеры. Здесь у меня кисти, здесь у меня помады, туши. Но, по идее, все три будут с кисточками. Просто я хочу прикупить себе красивые кисти. Это будет в ближайшем будущем, как только магазинчики откроются. И, конечно же, моя кнопочка. На самом деле, каждое мое утро начинается с мысли, а что же сегодня я буду снимать в мукбанке. Сегодня особо остроумное ничего я придумать не смогла, поэтому открыла холодильник, увидела, что же у меня там есть, увидела сосиски, которые я купила в Браво, кукурузка, как всегда. Собрала для себя стол и пошла кушать. Иногда я читаю комментарии, немножко не понимаю своих зрителей, подписчиков. Но я думаю, что, скорее всего, это не подписчики, а просто мимо проходящие люди. Они пишут, что «Айка, эти продукты, например, между собой не сочетаются». А когда ты снимаешь видео с продуктами, которые сочетаются между собой, тебе пишут, почему же так часто повторяется все. Поэтому я уж даже не знаю, как действовать. Я просто поняла одну вещь, что для всех ты хорошим, милым, правильным, умным ты не будешь. Поэтому лучше делать так, как тебе нравится. Сочетать те продукты, которые ты любишь. Я, например, люблю сочетание сладкого и соленого. Ну все готово. Я еще добавила сюда соевый соус, хрусти и вот такой вот огромный бокал, мой любимый. И приступаем к съемкам мукбанка. Я уже сняла видео, смонтировала. Новая программа монтажа – это просто бомба. Настолько быстро получается, что прям я не верю своим глазам. Осталось, чтобы видео обработалось. Оно уже загрузилось. Единственный момент – это обработка. И пока 5-10 минут обрабатывается видео, я не буду терять ни минуты. Направлюсь на балкон и хочу протестировать новую швабру, как раз помыть полы. Как вы видите, там очень грязно и пыльно, потому что вчера весь день был ветер, да и сегодня тоже просто ураган. Так, я тут вовсю пошла в азарт. Мне так понравилась эта швабра, что я перемыла всю квартиру. Сейчас буду балкончик мыть. Такой механизм удобный. Вы, наверное, будете писать, что Айка первобытная, не видела швабру. Но это просто находка домохозяек. Мне писали, что в углы очень плохо залазит, но неплохо. Еще сегодня хочу сделать педикюр. Не знаю, успею, не успею. Но уже давно я нуждаюсь в коррекции. Хочу что-то яркое сделать. Вот. А топ-то у меня дурацкий. Очень не понравилось от Кози, но я вам подробно покажу еще. Приветули, мои хорошие. Сегодня уже следующий день. Вчера я не досняла этот влог, потому что сняла для вас видео отличия между школой и университетом. Надеюсь, что вам понравится. Сейчас встала, как всегда, искупалась и буду снимать новое видео. Купила вот такие вот пироженки. Раз. И такой чизкейк. Смотрите, как он открывается. Браво. Сейчас буду раскладывать это и снимать мукбанг. В холодильнике также нашла пару Рафаэлок и конфеты, и еще банан. Были бы еще здесь пару киви, было бы шикарно. Сейчас все это буду раскладывать. Несмотря что на улице уже ночь, уже 9 часов вечера, мы с мамой решили готовить очень классный рецепт. Поэтому нужно спуститься в магаз. Я одну, конечно же, мамочку не отпускаю в ночь.
Мало ли что украдут такую мамочку. У кого есть такая мамочка? Могут просто украсть, понимаете? Поэтому я иду вместе с ней в домашней одежде. Здесь да. В подъезде дрова. Если бы это увидела бы моя бабушка, она бы собрала это все и отнесла в свой сарай и сказала, что это мне пригодится, когда я буду делать лаваши, буду все это обжигать или как? Делать огонь из этого. Как зашла, сразу залипла на стаканах, как красиво. Это то же самое, что у меня был YouTube, просто другой формат. Другой рисунок, то есть 8.30 стоит. Есть еще такой Happy Mother's Day. Еще есть вот такой вот с блюдцем, стаканчик. Смотрите, кого я нашла. Какой Кися! Кися! Кисю! Как я люблю уличных животных. Сладкий? Сладкий? Ой, я испугалась. Я тебе сейчас что-то куплю, подожди. Я сейчас в магаз туда и обратно, тебе за вискосом. Ловите мукбанг с котейкой. Ешь, куда ты смотришь, не отвлекаемся, не отвлекаемся. На тебя будет смотреть 30 тысяч человек, не отвлекайся. Как вкусно, ням-ням. Такой сладкий. Смотрите, как интересно. В общем, мы уже дома. Я купила Зинерит, потому что у меня опять прыщи. Причем у меня появился один, я его, конечно же, выдавила. И теперь у меня на подбородке почти 4 прыща. Но теперь я знаю, как от них очень быстро избавиться. Зинерит мне всегда помогает. Я в видео тоже вам рассказывала об этом. Мамочки купили перчики. Она будет для вас снимать супер крутое видео. Мороженое. Ну, в общем, здесь ничего интересного. Все как всегда. Котики, я хочу с вами поделиться своим лайфхаком. Что делать, если у вас перхоть, и вам надо за один день избавиться от перхоти? Я беру обычную маску, увлажняющую для лица. И наношу ее вот таким вот образом на кожу головы, втирающими движениями. Что-то однажды у блогера какого-то услышала, что кожа головы также нуждается в питании, как и кожа лица, кожа рук. А мне на самом деле даже ноги очень сильно шелушатся, когда я не использую крем для тела. Поэтому я вот таким вот образом наношу крем. Ну, это не совсем крем, это маска. Питающая маска для лица. Беру и наношу сюда. Потом одеваю шапочку, ложусь спать. И на завтра утром мою голову. И все, перхоти нет. Красота, вуаля. Вот такая вот красотка я без макияжа, с маской. Я как раз сейчас помазала Зинеритом. Как вы видите, уже высыпание становится значительно меньше в размере. Всем советую, очень хорошо помогает, быстро. Новенькая упаковка, старая уже закончилась. Утром у меня бардак, вечером у меня все лежит на кровати. Не знаю, что с этим делать, что. Убираем все это. И застилаем кровать. Ну все, можно спать. Хотя нет, пока рано. Пожрем потом. Потом спать. Ну все, ребята, я вернулась к вам на следующий день и уже с результатами. Посмотрите, перхоти у меня как будто и никогда не было. И так каждый раз. Я просто считаю, что кожа головы также нуждается в увлажнении, как и кожа рук, ног и так далее, тем более агрессивная вода из-под крана. А я мою голову каждый день, иногда бывает 2 раза в день. Перед сном обязательно принимаю душ, утром обязательно мою голову. Вот, поэтому так вот получается у меня. Что касается того, какой крем я использую маску. Питательную маску для лица. Но если у вас ее нету, вы можете взять обычный крем для рук и добавить туда репейное масло. Стоит дешево, буквально, не знаю, 20-30 рублей в любой аптеке. Вот, смешиваете это все вместе, наносите на корни, именно на корни.
оставляете где-то на 12-15 часов, а потом смываете и перхоти как и не было. Я вообще хотела снять отдельное видео на этот счет, вот. Но потом я подумала, что это будет не очень интересно моим зрителям, потому что у меня все-таки не бьюти-блог, а мукбанки, поэтому решила во влоге с вами поделиться такой вот полезной информацией. Надеюсь, вам тоже это полезно. На этом все. Я влог снимаю. На этом все. Всем желаю удачного дня. Всем пока.